Привет, мам. Сегодня я нашла свой дневник. Я была так обрадована и удивлена, потому что благодаря этому дневнику я все вспомнила, мамочка. Я вспомнила свой самый лучший день на свете. Этот день, 1 сентября, ты встретила меня с улыбкой, с шарами и покружилась в танцы со мной. Это был самый лучший день, который я никогда теперь не забуду. Мы вместе шли за ручку, и это был мой первый шаг в будущее. Никогда не забуду. Мамочка, я все время хотела стать взрослой, я вспомнила. Я все время мазала твою помаду и носила твои туфли. А теперь я поняла, что взрослые — это не то. Это не одежда и не туфли. Это боль, слезы, трудности. Я выросла, пошла в школу. Но несмотря на это, ты всегда меня поддерживала, никогда не забывала. Все время обнимала и говорила: иди вперед, у тебя все получится. Я не сдавалась, благодаря тебе, мама. Ты была моим единственным лучом света. Ты была моей радостью, ты была моим светом. И всегда им будешь. Мамочка, я тебя так люблю. Но почему же ты ушла от меня? Почему ты меня бросила? У меня началась очень трудная жизнь. Началась работа, истерики, слезы, боль. Без тебя мне так плохо, мам. Я больше не смогу. Я очень скучаю по тебе. Я люблю тебя.